Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня хочу зайти в новый бонусник. Что-то их так много развелось в последнее время на просторах интернета. Ну и пройти мимо тоже не хочу. Значит, что? Вот так вот он выглядит. Регистрация. Просто вводим сюда Payeer свой кошелек, нажимаем старт, и мы попадаем в наш кабинет. Здесь вот правила, здесь вот вопросы-ответы. Кому интересно, нажмете и прочтете. Значит, бонус при регистрации тут дается. После регистрации вы получаете 10 бонус. Цена на данный момент 1 бонус равна 1 рублю. Это значит, выходит 10 бонусов. Это 10 рублей как бы бонус дается. Вывод средств без вложений. На данный момент ограничения вывода средств нет. Можно начинать без вложений. Так, доходность, максимальный заработок. Так, вывод средств. Что здесь? Вывод средств доступен от 1 рубля. А период вывода до 24 часов автоматически. Давайте я зайду и посмотрим изнутри. Так. Введите число бонус. Ага, подождите. Подарок, ага, не 10, смотрите. Так, плюс 5% в день. Подарок 5 бонуса. Дайте-ка посмотрим. 5 бонус. 5 бонус, значит, а не 10 там дается. Нажимаю бонус. Ага, смотрите, я нажала бонус, и что? И пошло мне майниться, пошла денежка. Угу. Вот так вот. Значит, заработок 0.25 копеек в сутки, приобретенная мощность 5 бонусов. Угу. Так, значит, и что у нас здесь по партнерке? А где у нас тут? Так, реферальная ссылочка. Так. Ага, вот ссылка. Вот это вот внизу вот здесь наша партнерская ссылочка находится. Вот. Я, наверное, я пополнюсь. Так, я пополнюсь, наверное, рублей на 20. Пусть будет. Вы же начинайте все без вложений, потому что это проект как бы без вложений, дается 5 рублей, пусть майнится. Намайнили рубль, поставили на выбор, на вывод. Я же хочу Так. Угу, минимум 10. Так. Вот так. 20. Приобрести. Так. Ага, оплатить. Далее нажимаю. Меня перебрасывает на платежную систему. Так, ваш баланс успешно пополнен. Перейти в аккаунт. Ну что, у меня заработок в сутки рубль 25. А вот здесь есть ползунок. Можно смотреть. Вот. Ладно. Рубль 25, значит, дайте-ка я обновлю сейчас страничку, чтобы встало все на свои места. Ну, вот у меня. Так, приобретенная мощность у меня всего 5 бонусов мне дали. 5 рублей, 20 рублей я свои закинула. Как он поведет себя, покажет время. Вот. Ну, а вывод проверим, естественно. Вот. Начинайте без вложений. Намайнили рубль, поставили на вывод. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока-пока.